На добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Давайте же испытаем новый свежачок, который называется Hi-Fi Rush. Так, что у нас тут? Уровень сложности. Ты хорошо чувствуешь музыку, а вот в сражении теряешься. Терпила, то есть. То есть, ты музыки хорош, но ты терпила. Ну, короче, будем терпилами. В. Все, я понял, давайте, что там, начинаем. О, беседка сделана, между прочим. О, вот, видать, наш главный товарищ. Следующий. Лоси, Люси. Вась, тебя зовут, сколько можно нервировать, блядь? Что ты лыбонишься, блядь? Контуженный. Опа. Документ. Чай. Is it? Чай. Yep. Чай. Индийский чай. Rockstar. Future rockstar. Будущее рокстар. Ты понял? О, тут... Ты даун? Yes. Да, да, да. Все нормально. Here's your project Armstrong Pass. And welcome. Ваша карточка участника проекта Armstrong. Давай, хапай, мы пошли. Смотри, нормально так это. Мультик прямо, я не знаю, может я мультик смотрю, а не играю. Что вообще никаких движений не дают. Продуктивный центр написано, все правильно. Красота. Добро пожаловать в проект Armstrong. Это совершенно технология для вашего тела. Вместе мы будем делать жизнь лучше. О, нормально. Встречайте, директор Vandelli Technologies. Кейл Vandelli. Вандал, блядь. О, тупо видно, Глэк вообще, тупо гнида. Там на лице написано. Сегодня великий день. Вы лучшие из лучших, а с нашими роботехническими совершенствами станете еще лучше. Мы в Vandelli стремимся помогать людям, и мы мечтаем увидеть, на что мы будем способны, став частью проекта Armstrong. Ох, ё-моё, что с лицами, пацаны. Вперед, до встречи лучшей жизни. О, котейка. Блин, какой классный. Я с ним. У меня пропуск. Меня только что позвали. Тупо охуевший, знаете, вот за хлебом стоишь, и какой-то гном тебя перепрыгивает вот это. Сюда положь. Там флюорографию, там крестик с зубами прицепили, там все такое. Ух! Что за обращение такое? Ну, как обычно в типичных больницах тебя так тоже. Что такое? Я так понял, мне клешню хотят оторвать. О, подружание, ля, машина. Мимоза, ты обещала привезти, там... Река запросила испытуемых, Кейл, вот там испытуемые. Сейчас сразу Река. Пускай этот позер Данза из Нио. Мне нужны влиятельные люди, а вы кого привели? Лузеров. Ну, слышь, ты на себя посмотри. Надеюсь, чтоб без лажи. И без дефектов. Что за хлам? Слышь, ты имущество чужим-то не разбрасывай, дорогой. О? Что-то как-то обращается, как со скотом. О! Так, чай удивляется. Hi-Fi Rush. Это ж Hi-Fi, это. Я только группу Hi-Fi знаю. Фа. Нет? Это у него же с пердаком музло ебашит или как? Музыкальный котик, конечно.
О, сейчас походу игра начнется, ребят. О, все. Ля, руку оторвали, блин, и пришили Тони Старковскую херню. Камеди батл уже начался, походу, блядь. Выплёвываю это. А, блядь, я прям его боль чувствую. О, биточек пошел. О, произошла ошибка. Пройдите к контрольному пункту. Контрольный пункт. А это где? Наверное, какой-нибудь пустяк. Да, братан. О, смотрите, ля-ля-ля, ногой как хуярит. Ох, бля, не нравится музон в этой игрухе. Вот ты, бля, рука жопа. Я хуй, ты уволен. Ой, хотел навести порядок, а устроил беспорядок. Ты тупо рука жоп. Понял? Рука жоп. Ведро жоп. Блин, после операции вообще сил нет. А. Ты можешь пить энергетики, чтобы восстановить здоровье. О, вот это интересно. О, то, что надо. Да-да-да, ля. А, это стекло. Ля, пацаны, сейчас упадет что-то. Ну ты, сука, тупо, блядь, придурок. Тебе же сказали 10 ящиков, не больше. Знаешь, что ты наделал? Дебил. Нам придется за это ответить. Было здорово работать с вами. Да, пацаны, вы уволены. Просто... О, говорит, сил нету. Ты шо? Я физически бы солдатиком это не перепрыгнул, даже если за мной свора собак бежала. Заберите ваши вещи. О, давай, давай. Давай, прикидосик. О. Просто. Блин, тебе бы, бля, хоть бы ложку дали, отвечаю. Да не ломай. Бля, вот так из-за таких уродов стеночки на кроссовках ломаются. Пятками прижимают. Мать потом пизды даст. Бля, чай, пиздец. Ой, грузинский чай. Да что ж мне в лицо-то прилетает? Так, парень, механическая рука, чистота 75, магнитная утилизация. В смысле утилизация? Слышь, куда? Какой дефект? Обнаружен инородное тело. У нас тут дефект. Увести его. Кого дефектом назвал? Ты дефект. О! Что, это оружие? Вроде нет. Да он сопротивляется. Блять, застрелите его еще. Бля. Что? Опа. А это что за ядерный реактор? Я говорил, Тони Старк какой-то. Ща. О. Тупо магнит. Тупо магнитище. Ля. Мне так нравится, сколько тут металлолома типа разбросано. Невзначай. О, гитар. Что, пацаны, засали, да? А я бы не бил бы себя вот так вот. Давай. Тихо, тихонечко, тихо. Ох, сука. Блин, развалил просто лица. О. Хламидии опять. Не помню, в какой игре были. А, паровозики были, хламидии, точно. Тут тоже хламидии. О. О. Мне так нравится, как его удивляет ядерный реактор в грудаке, а то, что ему нормальную руку оторвали, железную поставили, его мало волнует. Что же это получается? Во-первых, у меня в груди плеер торчит, хотя ему там явно не место. Во-вторых, от него работает механическая рука. Да, который ты не... А-а-а! В-третьих, он заставляет меня двигаться в ритм. И да, это жуткий бред. Но... Надо начинать играть музыку. Я как будто, ну... Придурок, да. А, не то, да.
Блин, правая рука, это уж, кстати, вот по-больному, честно говоря. Вау. Вау. Тихо, тихо. Светишь, лампу убери. Опа, это что такое? О, кегля. А сейчас нас ждет настоящее шоу. Ого. Это чай, и он бьет точно в ритм. Хотите посмотреть, что он умеет? Пфф, естественно. Начнем с обычных атак. Прежде чем делать комбо, научитесь попадать в бит. Давай попробую. Какой бит? А теперь сделай комбо под музыку. Чтобы все получилось, бей точно в ритм. Какую музыку? А, все, я понял. Что, уже нажимать, я не понимаю. А! Ну давай, я что-то. Вы так резко, пацаны. Это да, так нёченько в ритм. Да, ништяк. Тебя все атакуют в ритм с музыкой, но если нажмешь кнопку атаки точно в бит, получишь бонусы в бою. Вижу, ты готов двигаться дальше. Вперед! Что же, опять в ритм ебошить надо кого-то. О, шифтяра работает. Чтобы нанести большой урон, выполни мощную атаку. Она состоит из двух битов, так что слушай внимательно и не пропускай момент. Сейчас я, сука... На! Не знаю, сейчас, мне кажется, он в ритм не попадает. А теперь попробуй мощная комбо, слушая ритм, и все получится. Давай, давай, брат, давай. Сейчас опять, да? А, все, все, жду. Тун. Тун, тун. На! 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 Та! Изи. Да ты виртуоз. Я даже не знаю, что такое слово виртуоз, братан. Аплодируйте громче. Ча! Чай. Налейте пацанам вот, блядь, чая. Роботы думают, пиздец попаянный штрих. Братан, он ёбнутый, а? Он ёбнутый, да? Да хуй его знает. Хотите авто? Будет вам авто, спасибо. Молодой человек. С какой дурки сбежали? Так чё они меня дефектом называют? Блядь, джедай. Я ситх, пацаны. По красоте, конечно, собирается этот. Не, знаете, какой звук нужен? Как трансформеры. Тихо, тихо, тихонечко. Сейчас я с ритма сбился. А, все. Бам! Что, я так понимаю, я в ритмы нихуёво попадаю. Хотя я, честно говоря, не чувствую. Припев. Все, выпускай зверя. Весь мир и твои датчики реагируют на ритм. Ориентируйся на него. Чтобы наносить удары вовремя, просто расслабься и почувствуй ритм. Если ударишь точно в ритм, появится вот такой значок. Где-где-где? А, музыка, я вижу. А зритель тебя зааплодирует, понял? Если попадать в ритм все-таки не выходит, нажми Tab. Ага, и на экране появится подсказка. Где? Это было офигенно. Ладно, пора отсюда валить. А, во. Да не, ну так неинтересно. Я вроде с ритмом дружу. Эй, говорит Река, директор по производству. Мне сообщили, что по моему отделу бегает какой-то дефект. Но подруге явно мужика не хватает. Вот такая прям злобная тетка. Приветствую, могу ли я вам помочь? Естественно, брат. А ты вообще кто? Умный холодильник. Модель ВАУХ, сокращенно УМНИК. Ладно, я запомню. Но я могу оценить ваше состояние и удовлетворять любые желания. Позволите? Ты ж холодильник. Пивка мне, пожалуйста. Вы владеете умением музыкального робота. Хотите, расскажу про ваши неисправностные способности? Ваша проблема заключается в том, что вы атакуете врагов под музыку. Чё проблема?
А, видишь, тоже парень спрашивает, в чем проблема? Атакуя врагов под музыку, вы наносите им больше урона. Значит, для вас это преимущество, для некоторых ритм неуловим, как душевный покой. Но я могу дать вам пару советов. Вы всегда атакуете в ритм с музыкой. Ага. Подожди, я же не прочитал, что там, да. Поскольку попадать в ритм полезно, однако, если нажимать кнопку в ритм атаки, будет наносить чуть больше урона, давайте больше очков и заполнять шкалу ритма. Если нажмешь кнопку атаки и момент удара, твоя следующая атака пойдет точно в ритм, тогда твое комбо точно не прервется. Ну это мы... Там мы же это уже читали. Я могу было объяснить, как она работает, но лучше испытать все как... Мне тебя что, ударить? Я же вижу, как вам хочется. Потренируйтесь. О, давай, я еще втащу ему. Втащу, дайте ему втащу. А, сейчас я. Все, в ритм попадаю. А теперь мощная атака. Давай. Я так и знал, что вы справитесь. Ну и холодильники нынче пошли. Ну, прикиньте, еще побоксировать с холодильником. Нажрался, короче, подошел к холодильнику, типа, чё ты? Чё ты там внутри горишь, не горишь, а? Если попробуете еще раз, дайте мне знать. Да нет, что ты, блядь, вроде и так все догнал. Что тут уже понимать. О, коробочки топ. Сейчас. На! Чтобы улучшить умение покупать приметы, собирайте шестеренки. Не, назовем это хламом. Шестеренки это, блин, пусть для других остается. Их можно найти где угодно. А еще они выпадают из поверженных врагов. Все, понял? Тихо, тихонечко. Все, а где еще? А, вот коробочки стоят. Сейчас мы весь хлам соберем. Ебай. А это ломается? Не, не ломается. Ой, а что я... Тю. Опа. Блин, она все-таки как-то в ритм так. Тык-т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 ык. Опа. Слышь, оно буржуй от кота отстали. Дайте шерстяному яйца полизать. Эй, вы меня ищете? Блять, сразу какие, блядь, джедаи тут повылазили. Бою. А ну сюда. Бам! А какое у меня чувство ритма, а? Все? Или еще будет? Пуш. А дальше что делать? Где, где, откуда? О! Спасибо, что кошку мою спас. Тебе помочь? Ну да! Мне бы отсюда выбраться. Это можно, конечно, но сначала тебя... А нельзя ли побыстрее? Неудобно же кричать. А этот щелкает. Ладно, я взломала панель доступа. Ударь по переключателю и поднимайте сюда. Блять, что такое? Все, попали. Так, да, тихонечко. О, тихо. Эй, а почему? О, стояночка. Щедро эти хлам разбросаны, я вижу. А что? О, все нормально. Так, тихонечко. Совет. Ну давай, братан. Я наблюдал за вами там, внизу. Вы прекрасно умеете уклоняться. А, ну да, наловчился как-то. Анализ ваших личных данных показал, что уклоняться вы способны по-разному. Поймав ритм, вы сможете уклоняться до 3 раз подряд. И даже... О, это прикольно. Ага. Если нажать кнопку уклонения в ритм, можно уклоняться до 3 раз. И это я понял. Ты можешь уклоняться от атак в воздухе. Нажав кнопку обычной атаки или мощной атаки, сразу после уклонения Shift, ты выполняешь новую атаку. О, это тоже прикольно. Уклонившись, не забудь сразу нажать кнопку атаки. Ну давай. Давай, сейчас тебя накидаю тебя. Суйти, пресс, пресс. Пресс, блядь.
Выхватил? По присухе? Пробил, да, тебе только что холодильник? Подожди, не понимаю. А, блять, мощная атака, что я туплю. Превосходно, возьмите напиток и освежитесь. Надеюсь, вам... О, давай попьем, красавчик. Все, спасибо, брат. Ты пока лучше, что здесь происходило вообще за всю игру. Так, интересно, что можно усовершенствовать? Бежит как-то, как Наруто. Я лично раздавлю любого, кто хотя бы подумает об отдыхе. О, бля, какая суровая тетка. Прям на завод ей бы. Привет, это я, кошку спас. Ты вроде помочь хотела. Походу, все-таки зря я это. А, ты пришел? Я внизу. Короче, здесь предложение. Опа. Я видел, как ты сражаешься. Думаю, мы с тобой друг другу пригодимся. Я думал, тебе ищет вся охрана. Но с этим я разберусь. Так, стоп, погоди. Это ты со мной говорила? Ты что, кошка? Кошка — это 808. Для друзей восьмерка. Так вот, я о чем. Слушай, я до сих пор от всей этой музыкальной руки офигеваю. И тут такое, я лучше как-нибудь сам. Блин, чувак. Ванделы что-то замышляют. А я могу тебе помочь. Спасибо, я справлюсь. Ебать, коротнуло только что. Пиздец. Хана кошке. Все, этот демон сейчас мне прямо в экран выстрелил. Ход что-то там. Сиськи хроны, да. Мяу. Опа. Восьмерка не отвечает. Что случилось? Ты что, тоже почувствовала этот ритм? По-моему, сейчас что-то будет. Смотрите, кто пришел. Дайте еще и не один. Благодаря 808 у Чая появилось новое умение. Удар в бит. Эта бонусная атака можно выполнить в конце комбо. Для этого нажмите кнопку атаки, когда увидишь этот круг. Когда увижу круг. Бам. А, ну хватит болтать, попробуем. Что, у меня получилось, я не понял? Вот это да, просто класс. Чтобы ударить бит, слушай отсчет или жди, когда совпадут два круга. Так ты попадешь точно в ритм. А теперь сделаю удар в бит в конце мощного комбо. Ага, все, сейчас сделаем. Просто супер. Удар в бит дает крутейшие комбо, так что слушай ритм. Invite beat, motherfucker, восьмерка. Так что восьмерка, я не успел включать. Короче, я передумал. Только мне придется кошку твою ненадолго одолжить. Ты же помочь хотела, не переживай. Выберись отсюда и отпущу ее. Только попробуй обмани. А кто это базарит? Это я так понял, кошка транслирует. Кошка-робот просто. Бам, блин, прикольная штука. А куда идти? А, сюда. Оля-ля-ля, ящичек. О-о-о, что там? А ну, фрагмент датчика жизни. Фрагмент сломанного датчика в Венделе, который... А, это я так понял, как в God of War. Набираешь, типа, там, три плюхи, и тебя жизни там повышают и так далее. Классная штука. Шо, братик, что ты хочешь? Вызови нового друга. Надеюсь, меня он не заменит. А мы разве друзья? Теперь мы можем выполнять удар в бит. Ударить точно бит может высвободить невероятное. Обладание музыкального слуха могут ориентироваться на ритм. Когда на экране появится значок удара в бит, слышим звук отчета. Да я понял, не нервничай, не-не.
Если атаковать ровно в тот момент, когда два... А, ну все, я понял. А зачем двойные тренировки? Мне только что это и объяснили. Все, получилось. А, видишь? Цэ, аж лапками задрожал. Ну как-то оно так получается, что ты как-то, не знаю, ориентировочно как-то кидаешь, ну, эти биты. Потому что я особо как-то даже не вникаю. Все, спасибо, брат. О! А, мощная атака. Все. Интересно, на уровне... Опа! О, ты нифига себе! Ну, погнали! Шо, пацаки на моциках с полным баком бензика, получайте! А, я понял. Я что, не понял, у меня получается эти... Все. Тупо в щи разъебал. Что, едем дальше? Блин, а можно кроме гитарки что-то еще такое интересное? Блин, я что, не попал? Блин, что-то я себя переоценил. Вроде так четко шел, попадал в ритм, сейчас что-то не попадает. Но это не страшно. Так сказать, дело практики. Ну, кажется, это последний. Все не так плохо, как я думал. Ого. Расскажи потом, как у тебя так получается. Без понятия. Ладно, теперь ты помогай. Не знаю, где я, но мне надо отсюда выбраться. Ты в производственном центре. Отсюда выход только один. Через отдел тестирования. Не уверен, тут столько зданий. Она вообще-то прямо перед тобой. Ну, ты, блин, Глэк, ты что, слепой, ты что, блин? А, точно. Но это единственный выход. И там тебя наверняка, ключевое слово, выходит. Пошли. Выполняя комбо, ударяя в бит, и атакуя в ритм, ты заряжаешь шкалу ритма. Ага, 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 это я знаю. Да-да-да, слышал. Бля! Как туда обратно? Подожди. А если я упаду? Блин. Они там базарят, я не считаю. Подожди. Я хочу забрать плюху. О, планшетка. Всем сотрудникам, это Река, дело важное, так что пишу капсом. А, капсом, капслоком. Капсом, блядь. Скоро наш отдел навестит Кейл. Я в курсе, что наши ведра с гайками так изо всех сил готовятся, но мне надо, чтобы чтобы в день запуска проекта Армстронг здесь все сияло. Еще в тексте на... Короче, иди ты нахер. Что я читаю, ты уж? Все читать не умею. Правильно? Правильно. Так. Да, надо забрать. Секундочка. Блин! А, ну, в принципе, не зря упал, а то я провтыкал эту тему. Сейчас, секунду. Еба. О! Я немножко начинаю в этот ритм входить. Тихо, тихонечко, надо забрать. Блин. Интересно, на заборчик можно как-то? А, или подожди. Бля! Сукина дочь.
С того типа такой музыкант, как с меня, блин. Да ебать ту Люсю, все, иди ты нахрен. То я сейчас тут полдня, блин, провтыкаю. О, пацки, что тут? Рамс. Это был Кейл, живой, настоящий. Ты откуда ты знаешь? Ты ведь сам не живой. Он заходил прямо сюда, теперь мы с ним приятели, да? Нет, и хватит об этом. Нам надо лестницу чинить. Да, чё, блядь, стали? Отстань, не видишь работу? Я вижу, как вы работаете, пиздите, блядь. Пиздуна травите, а ну быстро пошли работать. Скоты. Посмотри. Давайте, мост, срочно. Ля-ля-ля, красота такая. Напоминаю, для сотрудников, занятых проектом Armstrong, в неделе появляется 8 дней. А этот счастливый видит меня, блядь, ты шо, чтоб меня так дома мой холодильник меня встречал. Приветствую, мой друг. Ну привет. Чё ты, блядь, неблагодарная скотина? Я смотрелся и кое-что понял. С тех пор, как вы обрели новые силы, в нашем ритме движется весь мир. Ага, вот тоже обратил внимание. Чтобы ощущать ритм, осмотритесь вокруг. Ну да, там пульсирует все, я тоже обратил внимание. Каждый при такой состоянии говорит удар в ударе. Быть в ударе, вернее. Может и так. Это очень круто. Чё ты туда метнулся, братан? Чё там кабанчиком так? Я вспомнил кое-что еще. Наверное, что-то важное. Абсолютно. Все в том числе работы Ванделя двигается в едином ритме. Данные указывают на то, что все охранные роботы Вендела атакуют ровно в том же ритме, что и вы. А значит, если вы будете вслушиваться в ритм, то поймете, когда именно ждать атаки. Словно атаковать и уклоняться надо в одном ритме. Пока что ничего несложного нет. Я представляю, если взять, наверное, какого-то гитариста и дать ему в эту игру поиграть, у него, наверное, блядь, как это, спидранер просто. Ибо мое чувство ритма так, где-то на процентов, наверное, полтосик. Ого. Блин, мы уже 7 кусков, ребят, навалили. Гаечек. Гайки-барашки. Опа, а тут что? Секретный ход? По любасу. Ща, тут что-то за... О, смотрите, ведра просто. О, смекалочка. Там мы не смогли забрать, зато тут не провтыкали. Пользуйтесь. Можете не благодарить, подписывайтесь только на канал. О, брат, ты, блин, меня прям... Радуешь каждый раз. О, кажется, вы утомились. Да вроде не очень. Каждому порой нужен отдых. И выполнить комбо с перерывом. Ударив обычной атакой, выжди один бит и снова выполни обычную атаку. Получается новая комбо. Вы поймете, когда пора нажать кнопку по хлопку. Круто, только... поупражняться надо. На это я и рассчитывал. Порадуйте меня. О, пресс сразу вырос у пацана. Маркером вырос. Ну, типа понял. Бля, я не знаю, я нажимаю, но я не особо понимаю, что я делаю. О, дал дернуть зато. Вот единственное, что бухать дает. Нормальный тренер просто. От боженька просто. Опа-па! Ух ты, блядь! Да ты шо, спина после этого, блядь, болеть? Опа, что-то камера поменяла. Все, это платформер теперь, ребята. Тут, блядь, все жанры собрались. РПГ, платформер. Ничего себе комплекс. Да это целый город. Я уже умудрился пиздить. А-а-а! Тихо, не спеши. Не спеши, братан, стой. Так... А жизнь не снимается в этот момент? Да, блядь, ты слышишь, аккуратно. Чай? Ну ладно. Да какого... Что происходит? Платформера это не мое, видать. Так, тут главное не спешить. Да блин!
Коля реально дядя. Если что, я сам себе это говорю, не переживай. А, надо прыгнуть. Все, блять, наконец-то. Тихо, тихо, тихонечко. Же, мы там все забрали вообще? Не, ну коробочки, коробочки надо забрать. Так, а если я не спущусь, там она, я не сдохну? Бля! Сука! Это что, блядь, за испытание это такое? О, спасибо, спасибо, я тебе отвечаю, дай бог тебе здоровечки. Тихо, тихо. Надо в ритм слушаться, точно, я ж туплю. Не могу... А я вообще туда забраться теперь могу? Секундочку. Или я себе путь перегородил? Да еб... Да... Все, переключайте этот, блядь, сраный платформер. А, вон горят эти, не? Да еб... О! Жесть! На самом тупнике таком, сука, протупил. Так, тут какая-то, наверное, обманочка должна быть, не? Блин, там целый косарь болтов лежит. Так, ну его нахер. Бенч. Ой, я тут снова чуть... Блин, братан, ты себя тупо жизнь сокращаешь, я тебе говорю. Такими ударами просто по организму. Только руку, кстати, поменял. Так, надо. В прыжке. Так, что там у нас? По-любому где-то схрончик. О, нашел. Так, где-то тут по-любому нычкарик где-то должен быть. Мы там один уже провтыкали, хочется как бы другие не провтыкивать. Так, секундочку. О. О, ящички, ящички. Та-та-та-та-та. Так, ебало это, блядь, литературу. Процесс создания батареи запущен. Опа, сейчас начнется. Что, лазеры, лазеры, я не понимаю, что делать? А? А, кра... Блядь. Что прикалываете, что происходит, бля? Бля. В смысле? Так не говорите, что я сдох. Ну, прям окончательно сдох. Бля, она собралась хоть то, что было? Это мне... Бля, это что? Бля, каждый раз теперь собирать это что? Прикалываетесь. Все, взяли. Блин. Вообще ничего не собралось. Так, все. Зашли и вышли. Зашли и вышли. Все. Давайте, пацаны, начинайте. Я готов. Я максимально, в максимальной степени готов. Так, все это я видел. Блядь! Да ёшкин! Пиздец, как я выжил, вообще не понимаю. Что?
you're not dead. О, смотри, живой уже неплохо. И не просто живой, я будто перезарядился. А, подзарядился. Восьмерка показывает, что в твоей руке скрыт огромный запас энергии. Может выпустить его на... Нажмите R, чтобы выполнить особую атаку. Ага. Чтобы заполнить шкалу, ага, надо батарейки. Эй! Я еще и комбо успел выполнить. Ага. Собирайте батарейки, чтобы заполнить шкалу. Шкалу. Все, есть. Бенч. Бля, если тут столько этих коробок и запчастей, я представляю, сколько стоит модификации на эту гитару или на него самого, непонятно. Но еще, бля, ни одного магазина не попалось. Совет. Давай. Кажется, мы научились совершать особые атаки. Да, брат, научился. Ага, буквально только что. Не забывайте, я все о вас знаю. А, да. Да что ты так не... Эти особые атаки – ключ к успеху. С ними вы выкладываетесь по полной. Удары в бит выбирают из выбора батареи, от которых заряжается шкала реверберации. Однако после боя вся накопленная энергия исчезает. Короче, если я не потрачу энергию, то будет жить с вечным чувством горечи из-за упущенных возможностей. Не совсем, но в общем-то близко. Все, мы поняли тебя, брат. А, не будет драки? Я думал тебя втащить опять, как обычно. Там пресс тебя пробить. О, сейчас драка будет. Мы его нашли. Опа, новый джедай по приказу. Стреляющий. А, он, я думал, он сдох. Опа, пацанчики на моцках поприветают. Блин, что, я не попал? Кстати, гитарка больше стала, я заметил. Блин, ты что, не сдох, что ли? Теперь точно сдох. Знаю, что там за баба в этой, в коте, говорит, но эта восьмерка точно моя. Я точно не отдам. Сыкай, классный котик. Неплохо. Фу, ясен красен, брат. О чем ты говоришь? Ага, вижу, вижу. Погнали. Так, стоять, подожди, брат. Мы что-то пропустили. Полюбаса. Так, надо осмотреться. Сейчас, секундочку. А, тут, естественно, мы проебали вспышечку. Так, все, здесь больше ничего нету. Ля, мы столько собрали, ребят, что я думаю, нам точно на все модификации хватит. На все в этом, бля, мы в Лас-Вегас хлама поедем. Тихонечко. Опа. Ты кто, чих будет? А. На! Блин, я отвлекся. Я отвлекся и пострелил вообще в другую. Давай, долбим. Да. Бля. Что-то вообще что-то проеб. На проебе, а ну. Давай. Yeah. В смысле, он что, не открылся, что ли? А что происходит? Я не понял. Я думал, он откроется. Фрагмент баллона здоровья. Подожди, там же другой был.
Уже новые, что ли, или что? А, может, это на энергетику это, блин. Все. Бля, да я рок-звезда, ребят. Так, ну, я думаю, оно сохранилось как раз на этом месте. И он как раз, походу, это Волтек Fallout. Так что, ребятки, продолжим, наверное, уже в следующий раз. Он типочек и башит. Тоже намекает, что он отдохнуть хочет. Так что, спасибо, что смотрели. Всем покидосики.